12 августа государственная телерадиокомпания «Алания» совместно с фондом «Быть добру» проводит благотворительный марафон в помощь Зарине Бадоевой. Девочке нет и года. Ее диагноз – спинальная мышечная атрофия. Это смертельный приговор, если не сделать всего одну спасительную инъекцию препаратом «Золгенсма» стоимостью более 2 миллионов долларов. Это сумма, которую можно собрать, только объединившись, только с помощью каждого из нас. Пожертвование можно сделать уже сейчас. Ящики для благотворительности фонда «Быть добру» расположены в сети супермаркетов «Забава», «Стейтон». Также можно отправить СМС на короткий номер 3434 со словом «Зарина», затем пробел, затем сумма пожертвования. Свою лепту можно внести и по реквизитам, опубликованным на странице в Instagram «Сейф Зарина Бадоева». Дорог каждый рубль. Стань добрым ангелом для маленькой Зарины Бадоевой.